Александр Новиков – первокурсник исторического факультета педагогического вуза. За первый год обучения уже успел влиться в активную общественную жизнь. Поэтому, как только представилась возможность привиться от коронавируса, Александр ей воспользовался. Я часто участвую в массовых мероприятиях, поэтому необходимо защитить себя, также и других участников этих мероприятий. Также я студент педагогического университета, соответственно, у нас начинается практики, это общение с детьми, с другими людьми, тоже защитить себя и их. После сессии студенты отправляются не на отдых, а в лагеря отдыха, в школьные лагеря, и они там работают, естественно, с детьми, естественно, с родителями, поэтому вакцинацию они понимают, что надо пройти. Вот чем ближе к лету, тем больше студентов вакцинируется. На сегодняшний день прививку от COVID-19 сделали примерно треть обучающихся педагогического вуза. Юлия Терешина, студентка 4-го курса, про ковид знает не понаслышке. Сама перенесла этот недуг. Мобильная медицинская бригада приехала в вуз, чтобы студенты и преподаватели смогли пройти вакцинацию в родных стенах. Это очень удобно, поэтому я и пришла сюда вакцинироваться, чтобы не записываться никуда в остальные больницы и не выделять для этого отдельное время. На сегодняшний день от коронавируса привились более 420 тысяч жителей Самарской области. Чтобы записаться на вакцинацию, можно позвонить в свою районную поликлинику, воспользоваться сервисом госуслуг или обратиться по телефону горячей линии 122. Процедура добровольная и бесплатная. Мария Левина, События.